Партия власти и первичные организации тесно работают с сельской молодежью. Об этом говорили на отчетно-выборном собрании сельского округа Агрогородок Абайского района Карагандинской области. Дана Марат с подробностями. В этом году в поселке Вольный Абайского района по программе «Балапан» открыт мини-центр для детей. Всего центр рассчитан на 500 детей. По словам руководства, были проблемы с порядком. Однако благодаря контролю со стороны партии объект был сдан в срок и качество строительных работ не пострадало. В проектно-сметной документации были выполнены следующие виды работ. Полностью очищены стены и потолки от старой извести, выровнены двухслойной шпаклевкой и выкрашены водоэмульсией. Пол выровнен УСБ и выстелен линолеум. Произведены электромонтажные сантехнические работы, восстановлены внутренние санузлы, произведен ремонт окон, заменены все двери, произведен ремонт водоснабжения. С целью контроля за ходом выполнения ремонтных работ мини-центра был создан пост партийного контроля Народно-демократической партии «Нур-Отан». Также в рамках отчетно-выборочного собрания нур-отановцы провели обновление среди членов бюро партийной ячейки и избрали делегатов на 8-ю отчетно-выборную конференцию Абайского районного филиала. В ходе данного мероприятия активистов партии наградили благодарственными письмами. Награждается Батаева Елена Сергеевна.